Двойное событие отмечают сегодня приднестровцы. Как и в России, 4 ноября в Приднестровье – День народного единства. А еще праздник Казанской иконы Божьей Матери. Для православных он один из самых почитаемых. С утра местные жители спешат в церковь. Праздник для православных важный, а для сельчан еще и престольный. На праздничное богослужение в Карагаш съехались верующие со всего района. Храм Казанской иконы Божией Матери появился в селе более 200 лет назад. Пережить пришлось многое – и войны, и атеистическое настроение советского времени. То, что стены устояли, здесь называют не иначе, как чудо Божие. Наш храм особенный, потому что Господь уделяет нам столько внимания, и Божья Матерь является нашей покровительницей. Вы являетесь счастливыми людьми, имея заступницу рода человеческого, Матери Небеси и Земли, Пресвятую Богородицу. Она является вашей покровительницей, ибо действительно этот храм, прекрасный, красивый храм в селе Карагаш, когда-то был освящен честь и память Казанской иконы Божией Матери. Чудесное обретение иконы датируется 1579 годом. Дело было в Казани. После пожара дочери одного из погорельцев, стрельца Даниила Анучина, во сне явилась Богородица и повелела девочке достать на пепелище икону Божией Матери. Рассказам девочки родители значения не придавали, но явление повторялось вновь и вновь. Тогда ребенка отвели к митрополиту Казанскому. Выслушав рассказ, все духовенство, сопровождаемое толпой, направилось к развалинам. Приступили к раскопкам, но безрезультатно. Тогда копать начала сама Матрона и тут же обрела святой образ. Явление иконы сопровождалось, согласно церковным летописям, чудотворением. Одно из главных – победа русских в борьбе с поляками 1612 года. Чудотворный образ находился в ополчении Минина и Пожарского при освобождении Москвы. Победа положила конец смутному времени в истории российского государства. Умоли, милосердная Мать, Сына Твоего и Бога нашего, Господа нашего Иисуса Христа. На Руси праздник Казанской Божией Матери отмечался как общенародный. В этот день любили играть свадьбы, считалось, что брак будет счастливым. Праздник церковный сегодня неразрывно связан с датой светской – 4 ноября, День народного единства. Ирина Палесика, Тимофей Чукан, Первый Приднестровский.